поднимает Роман третий раз бензопилу, третью ветку спиливать. Две уже спилил его с Божьей помощью. Сейчас третью будет спилить, вот эту толстую. Очень опасная, конечно, она, но он ее поднимает сейчас. Там приспособление у него такое специальное, чтобы можно было придерживаться. Он перекидывает каждый раз петлю, верхнюю, нижнюю, и так поднимается. Вот она у него так выглядит. Сейчас там ветки, конечно. Ветка большая, так что лучше ставить с другой стороны. Господи, благослови, спаси, сохрани лесницы свои. Там у него страховочная цепочка и мешок, вот он виднеется. Вот он красный. На случай, если оборвется тут. Все, он начинает пилить. Это вот. Приходится одной рукой держаться, а другой пилить. Повыше перехватывается. Что там, брат, у тебя? Повыше надо? А? Повыше надо или что? Да-да, ухожу. Выбило, да. Ну, видишь, вот это сломало. Ага, не выдержало. Мы не рассчитывали. Мы рассчитывали по-другому. Ну, хорошо, что не оборвало. Ну да, слава богу. Вроде все целое. Это Володя будет ругаться. Да. Господи, спаси, сохрани. Ветка толстая оказалась. Очень.